общем, маски, конечно, однозначно являются необычным артефактом, который не только когда-то был спрятан, но и сейчас как бы не сильно распространен. Как бы сама, вот, само искусство посмертной маски в Киеве, в принципе, наверное, вымерло на сегодня уже. Давно маски не снимаются, но то, что удалось найти, вот самые ранние маски, начиная от Гоголя и Тараса Шевченко, и уже как бы идут наиболее известные лица, причем можно сказать о том, что не только как бы просто снимались с первых попавшихся, а естественно из таких необычных лиц, например, как тот же масон и мистик Максимилиан Волошин, естественно, который, с которого не преминули снять маску, когда он умирал, когда, вернее, умер. Ну и различные большие деятели, это как бы назидание потомкам, там, политические деятели, украинской освободительной, всей освободительного движения, ну и вплоть до как бы вот последних уже масок, плюс все известные актеры, композиторы, писатели, поэты. То есть, в общем, достаточно большой такой кусок жизни общества представлен посредством такого необычного искусства, как искусство посмертной маски.